Здравствуйте, дорогие мои, дорогие, я не знаю, как вас назвать, слушатели, читатели. Поклонники. Ой, слова такое нет. Я не люблю. Вот. Так что я ужасно рад, что вы нашли это время, тем более в субботу, когда надо ехать на дачу. Вот. Но, видимо, кто-то от нее отказался, у кого-то ее просто нет. Так само потому, что у кого-то нет дачи. И я, вы знаете, сегодня утром, вот я уже знал, что я спою эту песню, я пою ее очень редко. Я вдруг сел и подсчитал, сколько же дней я на сегодняшний день я прожил. Ну, на калькуляторе это легко сделать. Ой, сейчас я назову вам эту цифру, ребята. Значит, сегодняшний день, он 28963. Это ему спасибо. И я подумал, что вот уж коль такой выдался день, и коль мое выступление выпало на это число, на последний день лета. И что сегодня мы все вот уснем в лете, а проснемся в осени. Хотя если осень будет такая же, как сейчас на улице, какое лето, то это будет не осень, а еще одно лето. Значит, давайте мы сделаем так. Я первое отделение я попою по намеченному, как бы по плану. И, второе отделение я охотно посвящу тому, что вы хотели бы услышать, вот, и, может быть, спеть вместе со мной. Поэтому вы пишите сейчас какие-то записки, чтобы я их мог во время антракта взять, прочесть и вот скомпоновать второе отделение уже непосредственно по вашим пожеланиям. Ну что ж, а теперь мы поедем. Да, и я подумал, коль у нас выдался этот день, то надо, наверное, и попрощаться с летом, и поздороваться с осенью. И поэтому я именно нашел две песенки. Летние, две осенние. И хочу вам сейчас их спеть. Когда ты, Ким, сказал, что если у тебя есть две песни на одну тему, это уже цикл. Ну, хорошо, правда? У меня 6 песен, написанных на Черном море, в основном в Ялте. Так что, в принципе, я, конечно, бы мог их разделить на 3 цикла, но просто споем сейчас 2 из них. Цикл это не цикл, вы посмотрите. И первая песня называется «Отъезд из Крыма». На войне, как на войне, на войне, как на войне. Я последний день в раю, напоследок постою, я у рая на краю. Субтитры
отсюда. Голова уже седа, как суденышки года, уплывают без следа навсегда. Жизнь не ведает пощад. Кот урчит, птенцы пищат. Размышляю, размышляю о банальнейших вещах. Размышляю, размышляю о банальнейших. На войне, как на войне. На волне, как на волне. Я последний день в раю, напоследок постою. Я у рая на краю. Как суденышки года уплывают, уплывают навсегда. Уплывают, уплывают, уплывают навсегда.